2,5 миллиарда рублей Дагестан направит на борьбу с COVID-19, и средства еще будут выделяться. Об этом сообщил премьер-министр республики на встрече, которая прошла в режиме ВКС. Артем Сдунов общался с главами министерств и муниципалитетов. Он отметил, что деньги пойдут на создание дополнительных койко-мест, приобретение аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты, а также профилактику распространения коронавируса на территории региона. На встрече рассказали, что в сутки только в Махачкале производится порядка 10 тысяч защитных масок. В этой связи премьер-министр поручил активно использовать волонтерское движение для их раздачи. Медучреждений, которые находятся у вас вместе с Минздравом, чтобы контрактацию максимально быстро провели, при необходимости закупили и оплатили. Ладно, я думаю, это не последние транши будут. Мы на штабе очень оперативные решения принимаем. Вы знаете, в течение суток принимаем распоряжение, средства выделяем. Самое главное, чтобы они сейчас доходили до врачей, доходили до лечебных учреждений.